19 апреля завершил работу 38-е заседание конференции генеральных директоров железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог в Ашхабаде. На церемонии открытия руководитель агентства транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана Чакаев выразил благодарность всем участникам конференции за активное участие и продуктивную работу. Основным результатом заседания конференции стало принятие Ашхабадской декларации. Если говорить о самой декларации, то это как бы краткий свод всех тех решений, которые, я уже как сказал раньше, будут положительно влиять на развитие международной транспортной системы в целом, как железнодорожной, так и мультимодальной. В рамках форума обсуждался широкий круг вопросов в сфере международных железнодорожных перевозок и была подчеркнута актуальность их дальнейшего развития и совершенствования. Участники подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между странами-членами ОСЖД по решению различных вопросов, связанных с экономическими, информационными, научно-техническими и экологическими аспектами. В ходе конференции были приняты значимые решения в различных областях, таких как пассажирские и грузовые перевозки, инфраструктура и подвижной состав, кодирование и информатика, финансы и расчеты за международные перевозки, а также профессиональное обучение и подготовка в области железнодорожных перевозок. В завершение форума участники приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили признательность за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Я скажу так, что туркменскому народу повезло, что у него такие лидеры, которые страну ведут уверенно в будущее. И это будущее открыто нашим глазам. Это белый город, белые здания красивые, современные,